теорию знаете во мне. Папа, вот так. Все, думай, думай, что будет. Давай. Убирай руки. Ты аккуратней, по душе. Я боюсь. Лучше делать хуже, после этого сделать. Когда он нажал. Что ж делать? Да, опять. Ага, задумался. Не очень сильно. Опа. Невозможно ничего делать. Давай. Что ж делать с тобой? Не знаю, что с ним делать. Давай, в центр можно поставить. О, это порадовало. Это порадует. Отдадим, убирай. Да пусть убирает, ну не важно. Главное хозяйка. Так, давай. Ты можешь еще быстрее начать ходить без себя. Вообще. Лукошка наполнится и все. Лукошка там кидал. Как кладет-то устроено. Не, ну я понимаю, просто не зимует ничего-нибудь. Сейчас шаг, да? Взрывная сетка. Может. Такой, да. А, я еще, кстати, рокировку могу, да, сделать? Еще не еще это право у меня есть такое. Рокировка мешка висит. Лучше подождать. Ну что? Задумался, да? Понимаю. Да, я шучу. Игорь, попробуй. Попробуй. Ну а как еще бороться-то с ним? Не вижу уже другого выхода. Тигрис, да, Руслан? Да, Руслан. Оля сказал, что так. Он же сбился? Ну все, ничья. Не согласен? Что за дела такие? Давай. Опа. Так, на зиму заводю только. Наливаю еще. Может, уже наливаю, не знаю. Так. Последнее решение, как он с такой скоростью быстро так нажимаешь на часы, да. Как опытный блицер. Так, ну что? Ну и стоим. Он не стоит. Ничего предлагает снова. Позор на время играть. Нет, ну прямо видно. Сейчас нет. Нет, ничего. Ну просто он стоит на месте. Я тоже не стоит на месте. Отказывается от дальнейшего. Не, ну а стоял. Ну условно, да. Не, ну а. Мы почти начнем проводить. Не начнем, судя по всему. Не, ну там слон, блядь, как только ладья идет сразу, выйдет слон. Короче, 3 бочка, или успеть чуть-чуть.
Я держу уже владею там. Он уже был очень тяжелый. Ну, не, ну объективно, объективно киншансы есть, конечно. Но он не обычный. Задя защитный, наверное, со шестью силой, да? Если он надо. Позиции у всех были публики.